Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня мы начинаем проходить Resident Evil Revelations, еще один Resident Evil в копилку канала. Мы проходили уже пятую и шестую часть, те были кого поориентированы, а это ориентировано в первую очередь на сингл. Это означает, что в ней, хочешь не хочешь, какая-то атмосфера будет. И по заверениям всех, кто в нее играл, это один из лучших Resident Evil за последнее время, потому что он, по сути, является хоррором, в отличие от экшеновых пятой и шестой части. При этом я сам в эту игру играл где-то в середине, на там, часик, когда брал поиграть 3DS. То есть маленько успел побегать. Представляю, что из себя представляет игра, тавтология. Но мне понравилось, но я ничего не понял. И сейчас мы с вами... Я вообще очень рад, что она вышла в HD-переиздании на больших консолях и на компьютере. Собственно, мы будем проходить на компьютере. Очень рад, что это произошло, и очень рад, что вы тоже сможете ознакомиться с этой игрой, потому что когда игра вышла только на 3DS, это было довольно печально. Делаем новое сохранение. Прохождение будет абсолютно слепым, и для многих это, конечно, означает, что оно натурально будет слепым, потому что я опять ничего не буду замечать. Но суть в том, что я ничего не знаю про сюжет, ничего не знаю про сеттинг, ничего не знаю про... Господи, не хочу я играть, хочу. Вот эти вот навязчивые сервисы, это, конечно, да. Так, что у нас в параметрах? Сразу посмотрим. Можете включить-то. Так, параметров, как я смотрю, много. Да окей, пусть будет по умолчанию, конечно. Сглаживание можно включить. Ну, я думаю, потом. Потому что сейчас настройки все сбросятся. Так, хорошо. Уровень сложности обычно именно так, как запланировали разработчики. Делать игру легче или сложнее — это уже крайности. Я всегда предпочитаю норму. Играем мы по большей части за Джилла Валентайда и Криса Редфилда. И события происходят после пятой части, но до шестой. И у Джилл новая внешность. Эй, Джилл! Красиво, на самом деле, несмотря на то, что игру... Хотя, может, это CG-ролик просто. Зенобия. This thing is lucky to be afloat. Take us around. Let's find a boarding point. Да, здоровенный корабль. Сразу вспоминается этот фильм, как его, где там волна убийцы перевернула. Посейдон, что ли, был? Похоже. Офигенный фильм. Вообще сеттинг, так подумать, он офигительный, да? Заброшенный корабль, огромный, пустой, темный. Что-то такого давно ничего не было. Который прибывает с пиздец. It's been 94 minutes since Chris and Jessica dropped off the radar. But the interpolation from their last known coordinates puts them right here on this ship. Что-то наш напарник какой-то... Жирный! Это не прикольно, на самом деле. Чё-то у меня за пистолет. Как видите, графика, несмотря на то, что изначально с портативной консоли, которая отличается довольно-таки несерьезными техническими характеристиками, серьезно ее докрутили, и если она на маленьком экранчике, в принципе, смотрелась хорошо, у меня были сомнения, что будет смотреться хорошо и на большом. Но, поди ж ты, выглядит все крайне приятно. Я не волнуюсь, просто волна. Так, проверим управление. Целиться сразу вижу, что не очень удобно. Да, непривычная Джилл такая. Ее внешность рисовали с 19-летней бразильской, по-моему, фотомодели. Ну, с ее разрешением, понятно. О, жутковато. А что тут... Не Ураборос это,
Жижи, похоже, помните, там в какой-то части было, да? Здесь не просто заброшенная, здесь какая-то гниль, что это такое вообще? О, чавкает под ногами. Я и не приметил. Офигеть. Да офигеть. Наши герои такие. Я обожаю серию Resident Evil за то, что когда подходишь к чему-то и нажимаешь там, ну, чтобы посмотреть описание, там всегда вот такие вот комментарии капитана очевидность. Какой... что? Ладно. Промпт рулит. Я думаю, там было написано что-то в духе. Он уже некоторое время мертв, очевидно. Вентиляция какая-то изломанная вся. Помните фильм этот, как его, «Подъем с глубины», по-моему? Там такая здоровенная биомасса мяла корабль, и офигеть, блин, я обожаю фильмы про корабли. Или этот вирус еще, где там роботы были. И это какая-то... С чего у тебя такое ощущение? Ух, нагнетает. Странно это все. Отлично. Так, как меня кто-нибудь будет учить ножиком резать там? Тут есть такое вообще, нет? На самом деле я бы сейчас маленько убавил прицеливание. Так, это, наверное, тут делается. Ух ты. Красный. Красный круче. Чувствительность прицеливания, потому что ее шатает, как я не знаю что. Видимо. Ну, может, вот так, по-слоупокски. Ну, на самом деле, стало гораздо лучше. Играю я на геймпаде, потому что в консольные игры играть на клавомыши — это не камильфо. И все лоло-комментаторы, которые там: «О, клавомышь!» Просто... Вы просто неправы. Знаете, вот пока что то, что я вижу, это... просто очень круто. И очень атмосферно. Вот этого не хватало, да, в 5-6 части? Когда вот тебя толпы вываливали, а в итоге никакого сюжета, атмосферы особо не чувствовалось. О! Как там? Як! Здесь у нас фонарик не сдохнет сейчас. Капитан... Твою мать. Что? Тихо, тихо, тихо. Что за хрень тут происходит? Что у него с рукой? Не видел? Я все понял. Вот она, главная тайна серии. Джилл, мужик. No power. Which means no elevator for us. Тан-та-та-тан, Captain Obvious. Так, хорошо. Блин, вы слышите, да, когда они ходят, у них вот этот латекс так скрипит, что я думаю, они после того, как снимают свою одежду, они полчаса сидят и расчесывают себя, потому что, блин, чешется все, все потеет. Это же очень неудобно, но зато круто выглядит. Ладно, все, давайте маленько уделим внимание атмосфере. Меня просто забавляет то, что я тут вижу, она крутая, но... It's not working. Нет, не получается. Очень смешно она комментирует это все. Так, здесь только что кто-то уполз, видимо, туда. Кстати, да, в игре инвентарь практически как в предыдущих частях, так что... Очень это все круто.
отличие от упоротого инвентаря в пятой-шестой части. Как так можно вообще? Господи, что-то мне как-то это все совсем не нравится. Оно ползло, но оно очень слизистое. И нафиг так жить вообще. Лечимся мы по-прежнему травой. Если в первых частях это выглядело вполне себе нормально, здесь уже возникают вопросы. Как можно лечиться травой? Ну да ладно. Она вроде как порошки какие-то целебные из них делает. Красная трава, зеленая трава, синяя трава. Так, столовка, я смотрю, явно не в лучшей форме. Ух, я ж выстрелил. Но реакция есть, дети будут, как говорится. Сейчас мы включим, и я думаю, лифт заработает, нет? Так, хорошо. В электрике Джилл явно не сильна. Смотри. Это значит, что мы сейчас можем как-то перенаправить, может? Блин, пока что я могу сказать, что это очень крутая игра. Хотя, конечно, ну просто это в духе старых резидентов. Намного похоже на Resident Evil 1, 2, 3. Намного сильнее, чем... пятая, шестая и даже во многом шедевральная четвертая. Так, у нас тут трупы, срач и все как всегда. The face is smashed in completely. Вот это путь. Нет, перевод, конечно, доставит нам еще массу эмоций, похоже. Хорошо, давайте попробуем. Parker, give me a hand here. То, что там натекло, конечно, меня беспокоит. О, какая пакость. Я бы к этому не притронулся. I got something. I think it's a gun. Now what? Give me a sec. Нет, 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 зачем? Да, даже Паркер понимает. So, it's not Chris. Да, это явно не Крис. Нет, я не знаю, но... Это ж... Ну еще пофигу, что ли? Так, Паркер, выноси его. Какого хрена это было? This explains our missing crew. This is not good. Where are you, Chris? Да. Ох. Мне пока что все очень нравится. И даже перевод, и даже вот эти вот очень размазанные текстуры. Игра выглядит как надо, несмотря на то, что в принципе технологически это довольно так себе. Ну, перевод, конечно, это вообще просто пипец какой-то, но он, по крайней мере, те люди, которые не знают английский, смогут понять канву сюжета. А остальное, в принципе, ладно, пойдет.
За игру не так уж и много денег просят, так что... This sunny and idyllic Mediterranean coast was the site of one of the world's greatest structures. It took a full 11 years to finish constructing the world's first aquapolis, the floating city of Terra Grigia. A sustainable metropolis operating on a massive solar energy matrix and equipped with the latest green technologies. Я бы в таком пожил. Never before had solar energy been used to supply power to an entire city. Офигенно вообще. But in 2004, Veltro, a terrorist group opposing the city's development, launched a bioterrorist attack. They not only released a virus, but also several creatures that use bio-organic weapons, further complicating the situation. This launched one of the worst tragedies the world has ever seen. The FBC, the world's leading counter-bioterror organization operating under the auspices of the US, was called in to direct efforts to contain the attack. The BSAA, a counter-bioterror NGO, which operates independently of the interests of any one country, went in as observers to assist the FBC. Realizing the need for immediate and decisive action, Supreme Local Headquarters issued the order to use the city's solar energy matrix on itself. Media outlets around the world began to refer to the incident as the Terra Grigia Panic. Слева не наш корабль был. The FBC announced it has successfully disbanded the terrorist group called Veltro. It is now 2005, and a sense of calm and security is finally returning to the people. But, as you can see, the lost city of Terra Grigia remains inaccessible. A silent and potent symbol of the threat that bioterror poses for people around the world. Круто. На самом деле так как-то с места в карьер. Был город, теперь его нет. Город, конечно, идея вообще крутая. Ah, there you two are. O'Brien, you don't normally join the fray. Well, my doctor told me I need exercise. I assume you both know that the FBC has cordoned off the entire area. However, in the past few weeks, a number of mysterious carcasses have washed up. I guess the FBC couldn't cover up a mess this big, huh? Anyone who knows what happened here is going to put two and two together. And that's why I've sent the BSAA in to investigate. Did you pick up your new equipment from Quint? The Genesis something. Is that its name? You didn't bother to read the manual, did you? No, I brought it with me, just in case. I hope you read quickly, because you're gonna need it on your mission. Yeah, I'm on it. Смотри, а Паркер на самом деле в хорошей форме. Это он просто кажется таким грузным. Короче, что я хочу сказать. Так, руководство к сканеру Genesis. Я думаю, на этот Аквапалис еще попадем. И вообще, очень много именно вот внимания уделяется биооружию в этих фильмах Resident Evil. То есть анимационных, которые издают сама Capcom. Они достаточно крутые. Рекомендую посмотреть их, вышло два. Они, по сути, довольно скучные, но чтобы полностью сложить впечатление о вселенной, я думаю, будут достаточно полезны. Вот, и сейчас мы, судя по всему, будем разбираться с нововведением в игре. Это Genesis, насколько я знаю, это одна из главных фишек серии. Genesis – название высокоуровневого биосканера, разрабатываемого и испытуемого Всемирным фармацевтическим консорциумом. Анализирует бла-бла-бла. Вирусный анализ. Короче, с его помощью мы можем выявлять, помимо того, что врагов, но еще и разнообразные сюжетные вещи. И кроме того, сканируя местность, мы можем находить какие-либо вещи. Кому интересно сюжетная подоплека этого предмета, почитайте на паузе. Так, хорошо, как его взять? Прыгаем.
Ah, look at this mess. Oh, they're rotted to hell. Хорошо. А, вот, смотри. The genesis requires a decent sample size to get an accurate reading. Scan the carcasses on the beach and send me your data. Хорошо, нам, я так чувствую, нужно просканировать вообще все, что только можно. Насколько я понимаю, здесь будет куча флешбеков, отсылок к другим событиям, к другим местам, как вот сейчас. Вот сейчас вот мы видим предысторию того, как мы попали на этот корабль. Careful now. Don't worry, I've done this before. Ох, какая пакость. А Джилла за то время, которое прошло с момента первой серии, я смотрю, вообще заматерила уже, да? I've got something. What is this? If it's an engineered mutation, this could prove a link. I'll run some tests on this. Continue with the investigation. Ну, скажем, BSA переводить было не обязательно, я думаю, организацию. Out there. That's where Terra Grigia was. Has it been a year already? Так-то да. Год прошел уже, да? Так, еще один образец. Налет был совершенно этим. Что? Временами я просто не понимаю, что они пишут здесь. Так, хорошо. Соберем патроны, что-то нам их так дают. Есть ощущение, что сейчас придется повоевать. Так, это мы уже просканировали. Нам ничего с этим делать не надо. В общем, в последнее время по Resident Evil... Помимо той вселенной, которая образовалась после 5 или там сколько, 6 уже, то есть как сериал серии фильма, который, собственно, к игре мало какое отношение имеет и является, по сути, рекламой Милы Йовович от ее мужа. Именно вот анимационные фильмы, игры, они что-то там уже от хоррора перешли скорее к какой-то такой, чуть ли не к политической такой драме, в которой там праздник. Япона, мать. Разные государства используют разные биооружия, террористы там. Хорошо, довольно просто было. На самом деле, я не могу сказать, что мне это сильно нравится, но... I see you two are okay. Continue with the investigation, but proceed with extreme caution. Так, хорошо. Тут у нас что? Чего? We don't have okay. enough data to run a complete analysis. Gather some more samples from the carcasses on the beach. Еще образец слизи. В такие моменты себя чувствуешь просто охотником с привидением. Иган, еще слизь. Офигенный фильм. Ах, какая пакость. Ах! Это что было такое? That smell must have ruptured from gas. Christ, what a mess. Какой квардак. Интересно, ворон здесь нужно убивать, нет? Потому что в четвертой части с них давали всякое разное. Окей. Граната, да? Ну да. Так, стрельба. Right bumper. Стрельба с попали. Хорошо. Средиземноморье. Круто. Так, патроны уже не лезут. Ладно. Пойдем дальше. Не понимаю, что означает, налет был совершен на это место. Видимо, это какая-то замануха перевода. Ну, что-то нашли. Еще патроны. Но уже дальше некуда. Посмотри, рыба сколько выкинула. Да.
Эта дрянь явно токсична. Так, хорошо, что мы делаем в итоге? Дальше мы пройти можем, нет, по воде? Можем. Но смысл? Что-то нашли. О, травка. Как там было? Зеленая с зеленой получается средняя аптечка. Зеленая с красной получается самая лучшая аптечка. Вроде так. Так, хорошо, у нас 67%. Что еще от нас требуется? А, вот, смотри. Так и не заметишь. Ну что, где кишки висят? Nope. Подожди, а почему? Я же ее только что проверял. Но после того, как взорвалось, надо ее было проверить еще раз. Понятно. Ты только посмотри на это дерьмо. Офигеть. Все, готово. Ну что, уходим. Если уровень анализа достигнет 100, вы получите предмет для лечения. Понятно. I've collected enough samples. Good. Get him to me ASAP. Троны мои. О, Брайан, надо запомнить. Неплохой мужик вроде. Хотя в таких играх самые неплохие люди, как правило. Ой, да посмотри, какая пакость. Ты только посмотри. Добрый день. Все? Нет. Хорошо, пойдем патрон возьмем. На самом деле достаточно просто. Сейчас, погоди. На самом деле стрелять в игре прикольно. Это мне нравится. И вообще как-то это все достаточно так олдскульно. Это прям слезы умиления. Нет такого бешеного напора на экшон и... Даже если экшон и есть, то он ненавязчивый такой. Пока что, по крайней мере. Не знаю, как там в будущем будет. Huh? What? Yes, that's fine. I'll take it from here. We'll have to speed things up. Starting now. Uh-huh. Good. Get to it. Jill, Parker. You two are still on the case. What happened? We lost contact with Chris and Jessica. When? How? We're not certain. I've sent their last known coordinates to your terminals. The signal was lost over the ocean. I thought they were in the mountains chasing Feltro. But judging from their position, they must be... On a ship. I'll go back to HQ, take charge of the search and rescue. You two will be my eyes out there. Yes, sir. Ну так оно и началось. Короче, обычные рутинные. Это по большей части туториал был. Обучение нас в работе со сканером. И в итоге мы получили дело спасать Криса. Хотя Крис это спасать, он такой этот. Я не знаю, в этой части у него, по-моему, такие же банки и такой же он широкий. Запросто там. Как обычно. Так, ну и что? То мы прошли первую главу, точность 100%. О, как, понимаешь. Хорошо. Так, ну и что, давайте на этом, наверное, прекратим. В следующей серии посмотрим, что там дальше по сюжету. Пока что могу сказать, что мне нравится все, но в шестой части мне тоже поначалу нравилось практически все, потому что в эпизоде «За Леоны» начало там очень даже такое в конве серии, то есть очень хоррорное, а дальше идет какое-то непотребство.
Здесь, насколько я знаю, прям все нахваливают игру, кто играл в нее на 3DS, но это может быть потому, что на 3DS не так много игр такого плана, и народ просто там... Ну, вы поняли. Не знаю, посмотрим. Мы-то народ уже откормленный, поэтому может быть маленько по-другому. Пока что, в принципе, все очень нравится. Я очень оптимистично смотрю на это прохождение. Думаю, будет весело. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.